Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Ферзофон, который продлится с 31 августа по 7 сентября. Ну что, поехали! И первое, о чем стоит сказать, это очередная распродажа. Весь Ферзофон будут действовать скидки 30% на все обычные и экстремальные внедорожники. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Жми на газ и не попадайся». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз. Ну а чтобы выполнить эту технику, вам необходимо разогнать свой автомобиль практически до максимальной скорости. За следующее испытание можно получить 50 тысяч кредитов, а называется оно «Впервые на игровой площадке». Чтобы его выполнить, вам необходимо перейти в сетевую свободную езду и найти одну из игровых площадок. Но чтобы выполнить это испытание, вам необходимо сыграть в 3 игры на одной из этих игровых площадок. За последнее испытание вы можете получить призовой автомобиль, а называется оно «Завтрак чемпионов». Но чтобы выполнить это испытание, вам необходимо просто создать или начать чемпионат и завершить его. Более простого способа получить призовой автомобиль я еще не видел. Ну а главный приз за этот Ферзофон — это Ford GT с бонусом на кредиты. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Ферзофон, который стартует 7 сентября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.